Председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко провел встречу с жителями. Вместе с ним в беседе приняла участие руководитель территориального отдела «Видное» 6-й микрорайон Татьяна Лисицына. Деревня Сапронова находится в непосредственной близости от новых жилых комплексов. Но в многоквартирных домах львиную долю бытовых проблем призваны решать управляющие компании. Те, кто имеет собственность в частном секторе, обо всем должны заботиться сами. Подобные встречи, прежде всего, призваны показать гражданам, что они не одни. У нас сегодня в гостях наши жители, мои избиратели с территории деревни Сапронова. Там есть некритичный вопрос, который мы уже в процессе беседы сняли. И в ближайшее время тоже ряд вопросов взяли в работу, поправим. На встрече с активными жителями деревни Сапронова обсуждалось сразу несколько важных вопросов. Один из них – уборка улиц от снега. Проблема в том, что их часть не находится ни на чьем-либо балансе. Станислав Радченко пообещал, что, несмотря ни на что, убираться проезды будут. Также жители просили рассмотреть возможность ремонта ряда дорог и сооружения остановок. Решен вопрос с помойкой, вот с очисткой сейчас, как бы, с освещением. Вопросов нет уже сейчас, это все отпало. Есть другие вопросы, они решаются. Подобные встречи проводятся на постоянной основе, а контроль за выполнением принятых решений и наказов местных жителей Станислав Радченко осуществляет лично.